Основной государственный экзамен по математике для 9 класса, тренировочный вариант номер 1, модуль алгебра, задача номер 4. Решите уравнение x минус 9 в квадрате равно x минус 3 в квадрате. Решим двумя способами. Первый способ. Перенесем правую часть влево, то есть левую часть переписываем, x минус 9 в квадрате минус, правую часть влево переносим с противоположным знаком, то есть будет минус, скобки открываются в скобках, x минус 3 в квадрате равно 0. Далее, слева находится разность квадратов. По формуле распишем разность квадратов в виде произведения двух сомножителей. То есть это будет у нас x минус 9 минус x минус 3 умножить на x минус 9 плюс x минус 3. То есть а квадрат минус b квадрат это а минус b умножить на а плюс b по формуле разности квадратов равно 0. Далее приведем подобные слагаемые, то есть раскроем в скобках. Раскроем скобки внутри, вот эти, и приведем подобные слагаемые. Тогда у нас получается x минус 9 минус x плюс 3. Перед скобкой, если стоит знак минус, значит нужно поменять знаки внутри скобок на противоположные. Далее умножаем на x минус 9 плюс x минус 3 равно 0. В первой скобке x и минус x взаимно уничтожаются. Получается 0. Минус 9 плюс 3. Получается минус 6. То есть от первой скобки у нас остается минус 6. Во второй скобке x плюс x 2x. И минус 9 и минус 3 это минус 12. Равно 0. Далее, либо можно разделить на минус 6 обе части данного равенства, то есть просто тогда у нас получится 2х минус 12 равно 0. Либо рассуждать по-другому. Произведение двух сомножителей равно 0 тогда и только тогда, когда хотя бы один из них равен 0. Первый сомножитель никогда не равен 0, потому что это конкретное число минус 6. Значит, остается приравнять к 0 только второй сомножитель. Это значит, что 2х минус 12 нужно приравнять к 0. Таким образом, 2x минус 12 равно 0, откуда 2x равно 12 и x равен 12 разделить на 2, то есть 6. X равен 6, это и есть ответ. В ответ можно записать число 6. Но я хотел показать вам еще один способ решения этой задачи. То есть второй способ решения. Раскроем скобки. Слева у нас квадрат разности. То есть получается это квадрат первого, x квадрат минус удвоенное произведение первого слагаемое на второе. То есть получается 2 на 9, 18x. И плюс квадрат второго. То есть 9 в квадрате это 81. Равно справа раскроем скобки. То есть квадрат разности тоже. Это квадрат первого минус удвоенное произведение 2х 3, 6x. И плюс квадрат второго 3х 3. 9. Теперь все перенесем в одну сторону. То есть все перенесем влево. Тогда у нас получается x квадрат минус 18x плюс 81 минус x квадрат плюс 6x минус 9. То есть переносим правую часть влево с противоположными знаками. Справа остается 0. Приводим подобные слагаемые. Тогда у нас получается x квадрат и минус x квадрат взаимно уничтожаются. Остается минус 18x до плюс 6x. Это получается минус 12x. Минус 12x. Далее 81 до минус 9. Получается 72. То есть получаем плюс 72 равно 0. Переносим 72 влево. Тогда у нас получается минус 12х минус 12х равно минус 72. И делим обе части на минус 12. То есть получаем х равен минус 72 нужно разделить на минус 12.
минус на минус делим дает нам плюс, 72 делим на 12, получаем 6. То есть получили в ответе то же самое число. Задача решена.